Так, друзья, смотрите, кто тут у нас. Смотрите, кто нас ждет. Смотрите, Болт Уберович. Болт Уберович готов к старту. Борется с бездорожьем даже здесь. Давай. Что-то мы маршрутки полосу заняли. А маршрутка нас обгоняет не по своей. А он ждет, пока я обгоню. Я жду, пока он поедет. А вот и Жека. Нормально, все в сборе. Сейчас до места сбора километр, и вы всех увидите. Так, заезжаем на парковочку. Витя Убер где-то здесь. Витя пытается перевернуть УАЗ, пытается сразу поставить на козу, поставить на колени. Отжигает. Ну пока ему ничего не удается показать такого. Бампер посадить, это после вчерашнего. Да, бампер после вчерашнего. Там нам дерево где-то там в лесу, его так разорвал. Да. Вон бородач на бомбе, все. Вся банда в сборе. Так, парковка. Парковка чистая. Вроде никого и не было. Это бородач. Знаете его? Знаем, ремонтировали. Это очень опасный человек. Что такое? Чего мы приезжаем вовремя на подготовку? Да сапоги покупали. Витя за неделю не успел купить, пришлось заехать. Говорю, вы кардан нашли, раз ты на УАЗе? Да, нашли кардан вчера. О, смотри, кто это? Это же я. Это Леня. Вот его глаз красивый. Не моргай, блин, ты ж портишь видео. Сейчас. О, сфокусировал. Ну, Саня, слышишь, теперь нету, да? Ты сможешь пройти везде. Саня, Крис, я могу не, отрубить. Я не та, Саня. Что ж? Что-то с видео на УАЗе. Чего? А, ты не видел машину или что? Нет, она незаметна, там стоит где-то зелененный. Вот серьезная машина, слышишь? После танковой мы тебя больше не видели год где-то, да, или полтора? Ну, сначала были грибы, потом замена двигателя. А, в смысле, поели грибы, потом не помнишь ничего, да? А, потом долго смеялся. Зато меньше дымить. Дай сниму человека мангала. А что там, опять что-то отпечатано? Сейчас остался отпечаток от мангала на спине с прошлого раза. Так, сегодня Виллис есть. На новых колесах. На новых колесах. А ну, что там за колеса? Другая машина. Легче, ну, помягче. Селина. Да ты шо, тут вообще как новый вообще. Она мягенькая. Да не, ну французская. Тут колеса почти приближаются по стоимости машины уже недалеко. Ну езда другая. Андрюха, а чей это УАЗ, Андрюха? Это самый яркий УАЗ на свете. Ого. Не, ну тут по-серьезному все. Тут по-серьезному. В общем, ассортимент автомобилей сегодня зашкаливает, как обычно. Гелика пока нет. Полуось где-то еще едет, делают. Зато есть Виллис, китайцы, патрули, бомба, гранчероки. Вы все видите, короче. Поехали? Нет, там нет. Поехали. Поехали. Подожди. Передача сапог. И полетели. Так, поехали, друзья. Что-то мы чуть выбились из графика. А нормально, Витя впереди, мы сзади. Да, главное, надо, да. Звезда канала перед нами. Ну, что нам их там текст снимать? Они все равно ничего нам не покажут. Не покажут ничего. А Витя может показать. А Витя покажет, в да. Любой момент. Так, мы по правилам все идем. Витя по встречке режет влево.
опять. Пытался перевернуть УАЗ, но ничего не получилось. Все рано вовремя приезжают. Организация растет на глазах. Этот Ржищев два раза нас это поднял на новый уровень. Первый этап. Так, выход на оффроуд, много новых машин, не все тут были. Это не обязательно к исполнению. Сейчас подождите, я буду снимать. Врежем слева. Там уже Бородач экшен показывал. Был уже кто-то, да? Если бы есть на дереве, да. Да, задняя включилась немного. Застоялась машинка. Потому что может покатиться машина. Надо включить. Надо включить хабы, наверное. Так, Витя. Витя тут уже. Мы чуть не пропустили, Витя показывает пилотаж. У тебя пока духа можно закончиться здесь. Это известное место. Ему надо ходами брать. Руса с этой горки на УАЗике столкнули руками, он поехал в них. Смотри, смотри, идет как. На заднем не заедем, наверное. Конечно, нет. Что, мы не едем вверх на бетон? Не едем вверх на бетонку, едем прямо. О, как соляркой запахло, а? Да, да. А, мы едем здесь, между деревьями? Конечно. Не едем что-то? Рус, дави их! Дави! Да, какие-то звуки мне не нравятся. Не хватает. А, у нас колеса накачали сильно, да? А, у нас колеса, да. Нас видишь колеса? Пятно контакта? Смотри. Вижу, да. Там пятно контакта вообще маленькое-маленькое. Вот это нам зацепа не хватает. Субару несет. Субару, блин, подрезает нас сзади. Не по правилам. Оба-на, Нива чуть не перевернулась. О, Нива боком нормальное идет. Кино. Нормальное кино. Не, включай сзади и назад дуба. Да, сзади и назад. Сзади и на тормоза сейчас несем в деревья. Да, назад, давай. Вот так, да, нормально исполняет. Ты видел пятно контакта? Вообще полосочки. Вообще, да, полосочки не цепляются. Так, Виллис. На новых шинах. Хотел, слышь, как звуки какие-то пошли? Да, не остановись сзади, чтобы было куда скатиться. Да не, ну Виллис. Да, что-то. Виллис, да. Медленно на двух пониженных. Натяжечку. Витя идет нас толкать? Да. Вниз. Там держит, он не пускает нас. Вот что творят, а? Три бугая, но мы на холостых заехали. Не получилось. Экшен не удался. Да, слышь, какие-то звуки вообще. Что-то там кардан может отваливается, надо хоть заглянуть сейчас. О, Витя как красиво стал, а? Да. Витя, надо выйти. Понял, под нагрузкой
звуки усилились. Так, Олег пытается показать оффроуд. Немножко кардан коротковатый, шлицевая. Надо удлинить. Так, Витя выходит на большую арену. Смотрите. Витя может. Иду. Иду, иду. Бегу, Витенька, бегу, маленький. Дай того толкача. Иду. Вот так вот. Просил помощи, и я ему помог. Пошел. Заехал. Круто. Следующий. Ну, это серьезный внедорожник известного бренда. По прокатанному легче. V8. Красивая машина. Вот известный человек на известном автомобиле. Внедорожники всех времен. Леня, весной заедешь. Леня сдался сразу. А теперь основоположник всех внедорожников мира. Видите, тут на самом деле совсем непросто. Чуть-чуть обороты надо поднять. Только Витя может заехать сюда. И Гранд Чероки, да? Машина чинится, это не моя машина. Человек уже. Тоже сдался. Леня на коксе. Еле-еле хватило. Вот он, лучший внедорожник. Предательский пенек. Бородач, давай, твой выход. Так, а вот машина. Смог. Витя включается. Как на санках. Что-то тут. Это у Лёни так работает? У Лёни так работает? Бородач выходит на большую дорогу.
Гранд за Витя едет, это небезопасно, конечно. Смотрите, какой бородач разгон берет. Сейчас будет экшен. Летит назад. Тормоза есть. Да нет, тут и Матисс уже заехал бы, елки. Шасси приносит. Курва, открой! Открой курву! Смотрите, кто тут не видел эту машину. А как же залезть сюда, ё-моё? Сломаем за твой счёт. Так не видно даже куда ехать, посмотри. Слышь, там Андрюхин УАЗ, он только его сделал. Главное, чтобы ты в него не врезался. Так, блин, тормозов-то нет? Да я знаю. Ёхалый бабай. Блин, где там-то горка? Сейчас будет экшен. Горка где-то тут. Ёханый бабай, как страшно. Бородач. Это жестяк. Еще раз заезжаем. А что, Андрюха, колеса? На своем КамАЗе заедешь? Не, у меня что-то кардан там не в порядке. Да? Да. Понравилось? Да, все, спасибо. Отец Павло покатал. Блин, какая машина хорошая у тебя новая. Чистенько. Ничего лишнего. Тут управление подвеской, кто не знает. Это самое, там мозги. Чтобы не вынять мозги? Давай дрифти. Бородачу говорю, дрифти начинаю. Сразу слушается с первого раза. Это трассу Light он готовит. Да. Пытается дрифтануть. Вот серьезная машина. Свежезатюнингованная с новым мотором. Бородач идет на дрифт. Конкурент Вити Убера. О, блин. Очень жестко идет. Нормально жжет. Нагрелась? Так, вот Нива, известная уже по прошлому оффроуду. Ну как в сапогах, нормально? Так, бородач, ты скучался за оффроудом? Ты все на унибоге шел. Какой-то еще звук. Это не кардана звук, слышишь? Или раздатка. Или раздатка, действительно. Мне вообще не нравится это. Да, что-то там прыгает, да? А раздатка прыгает, не все. Наверное, что-то.
где-то открутило. Сейчас надо остановиться, посмотреть. Да, похоже на передний. Так, звук нашли, подвесной развалился. Давай отключим, поедем на задке. Поехали на заднем приводе. Вот он, легендарный автомобильчик. Засосал его оффроуд тоже. Виллис. Четкий. Все сначала, в понедельник надо карданы починить по-нормальному один раз. Перекапывали дорогу, понял? Объезжали утреннюю пробку люди здесь. Ага. И тут копнули пару рвов, но мы уже их раскатали за несколько раз. Это Макс УАЗа был, Макс. Да, первый раз, да. Идем на задке, нормально все. Надо таксиста догонять. Да, таксист нам нужен. Таксист. Жесткий. Кто-то уже сидит. Тут известное место. Тут известное болотце. И залив есть, где подрифтить. Смотрите, как Виллис идет. Очень классно идет. Кто там? Витя Убер? Витя Убер на льду и Жека, по-моему, провалился. Провалились? Провалился Жека, а Витя просто стоит с обвинением. А Жека тоже не провалился. Это не Жека, а Жека вон, а то что? Кто-то попал сюда, кто-то попал. Капкан. А, Витя провалился. Витя провалился? Витя провалился, да. Смотри, вроде такие морозы, да, такой лед, но под берегом. Да не, уже потеплело, что лед. Да? Конечно, уже все нарастало, но уже не купое. Так, режем к Вите. Да, а можешь объехать меня спереди, прицепить и попробуем проломать вот, потому что никто здесь не проедет. Ну, Витя борется, елки-палки. Витя, да. Это Витя Убер, что вы хотите? Это вам не шутки. Он такой вроде толстый еще, нифига себе. Ну, он, видишь, тут под берегом просто. Как-то плохо нам видно, Витю, чуть-чуть. Сейчас мы... Посмотри. А, там Филин, Олег провалился. Филин провалился. Ну, Витя борется. Это Витя Убер, это вам не шутки. Все, повис на льда. Повис, да? О, класс. Ты лед просто проломаешь, я тогда пройду. Я кромку льда не могу пробить. Ага, Хрентин, ты на лед выскочил. Задом в запаску его толкнуть. Да, в новых сапогах, какой он красивый, посмотри. Да. В запаску его подтолкну чуть-чуть. Или что, или... Держать, что-то.